Чебоксарский электромеханический колледж ждет реорганизация. К нему присоединят еще одно учебное заведение – Чебоксарский машиностроительный техникум. Работа ведется в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Оба учебных заведения готовили специалистов по 8 одинаковым направлениям. Реорганизация позволит оптимизировать процесс подготовки кадров для энергетических и электротехнических отраслей. Приемное обучение по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих за счет бюджетных ассигнований Чувашской Республики будет осуществляться на общедоступной и бесплатной основе. В процессе реорганизации предполагается сокращение 11 штатных работников Чебоксарского машиностроительного техникума. Их трудоустроят на другие должности в электромеханическом колледже. В освободившихся помещениях планируют открыть центр выявления и поддержки одаренных детей.